Это вот женский монастырь, тоже недавно реставрировали, тоже святой Георгий, как и мужской святой Георгий тоже. Такая длинная улица в сторону церкви Святой Марии. Дворец Янина называется. Насыщенная, да. С пальмовым, блестящие листья, да, ну видно, что вода рядом. Рыбачат тут у вас египтяне? Да. Да? Сетями даже разрешено без проблем. Ух ты! Вот так. Который основатель современного Египта 220 лет назад, это его внук, Бренц Мухаммед Али тоже зовут. Это его дворец и музей сейчас. Его дворец как музей сейчас. Лошадка посреди дороги. Худенькая какая.